целый так. YouTube давай-ка. Опять снимает. Он тебя переснимал сегодня абсолютно точно. Да. Вы ему что-то возьмете его в свой штат. Боюсь, он сам не захочет в наш штат. Ну хотя он привык снимать свадьбу. У него фрагика большая, Володя. У кого были? О, да я уж не помню, где и были. А барбаши приехали? Да. Да, с Игорем поговорили. Как повезло вам. С Алешей поговорили. В школе, в храме побывали. Ну так вот. И куда ее девать? Под рубаху отнять. В прошлый раз. Че, рыжка. У вас они какой длинный. Рыжуха. Ну, на улице бегаешь? Кошек так много у вас, а собак? Ну вот видишь, собаки есть у нас. Шарик-то сигнал. Я только подошел тоже, минуту назад. Только зашел. Вдвоем в кадре. Ну вот видите, мое хозяйство. Я тут мешаться не буду? Смотрите. Так, давайте откроем что-нибудь, какое-нибудь видео. Еще или, раз смотрите, я вам или если покажу. Интернет у вас есть. Внимательно. Это мои ресурсы. Вот что здесь есть? Геннадий, ой, секундочку сейчас. Это мой мир. Вот это у меня несколько страниц, модераторы ведут. Но это та страница, на которой я работаю. Ага. А остальные, они как бы дублируют. Угу. Вот, просчитали. Просчитать. Вот кто-то зашел новый. Это очень неудобная система. Юрий Соболев, я уже знаю. Это преподаватель Красноярского университета и академии. Ага. Что у вас еще? Какие соцсети? И преподает еще он еще в епархии. Поняла. Какие еще соцсети? Что он пишет? Вот, это сейчас зашел новый. Погромче, я не слышал, что ты сказал. А какие еще соцсети у вас есть? Давайте посмотрим. Что, где? Какие еще есть соцсети? Сейчас посмотрим. Выбраться к нормальному интернету, буду смотреть и юрские ролики. Мир вам, Игнат Тихонович. Смотрю ролики, связанные с эпопеей детского лагеря. Псалом 111, 7.10. Словно про сии события. 111, 7.10. Вот я сразу что делаю? Открываю. 111. Псалом 111. Заметьте, как у верующих это делается. Псалом 111. Вот я теперь ищу. 7.10. Не убоится худой молвы, сердце его твердо, уповая на Господа. Утверждено сердце его, он не убоится, когда посмотрит на врагов своих. Он расточил, раздал нищим, правда его пребывает вовеки. Рог его вознесется во славе. Не надо ничего придумать. Пожалуйста, 3000 лет назад это уже было сказано. Я убираю. Да. Еще что? Да. YouTube, покажите вот сейчас, ваш сейчас канал. Сейчас, от слуха не убоится. А то он считает. Грешник узрит и прогневается, зубами своими поскрежещет и растает. Желание грешника погибнет. Грешник увидит и разгневается. Ну вот видите как. Теперь, вот наш YouTube. Вот корень. Смотрите. Вот это я сегодня выставил 9 роликов. Пришли за клубникой. Тут все видно, дети берут. Обычаи мира сего нам нужны ли? Еще осмотр плотины лагерного пруда. Как закрепить? Это поучение святого Тихона Задонского. Зачем вот вы это делаете? Самый важный вопрос. А? Зачем вы это делаете? Самый важный вопрос. Самый вопрос. Сначала что делаем? Смотрите. Кто же это подарил нам механическую пилу? Виталий Калиников, ну, дан еще шанс стать совсем иным. Виталию Калиникову, там лагерь он, ультиматум, сжечь щетку. Вот. И события дня на каждый день. Зачем это делаем? В первую очередь, как говорят, звезды зажигает кто-то. Для кого-то же они нужны. Так и здесь. Вот я поставил ее только. Ну, сейчас тут написано. 13 часов назад. 270 просмотров. Это не Андрей Кураев. У нас не тысячи. Но они приходят и уходят. Как вот посмотреть, допустим, в магазине что-то. У нас именно покупатели. Вот они обращаются. Вот сейчас заходит одна женщина, могу сейчас ее открыть. Райхай Джейнакова, казашка. В Казахстане. Она у свидетелей Иеговы.
довольно агрессивные против всего идут, это с ними воюют. И мы с ней начинаем беседовать. Она обращается в православие. И вот сегодня она должна принимать крещение, а она двое детей, кажется, внучки. Я ей там отвечаю, она: ответьте мне, больше у меня никого нет, вы мой духовный отец. Зачем? Новая душа пришла. Для нас это самое важное. Она другой национальности, другой веры. Теперь мы одинаковы, уже ничего не теряем. И она не одна. Вот, эти люди, которые здесь находятся, вот этот пришел Владимир, это все люди пришли через знакомство. У них огромный вот материал сейчас есть. Вот некоторые приходят, вот мы утром просыпаемся, помолимся. Мы больше в интернете ничего не смотрим, кроме ваших ресурсов. Но это же огромный материал. Вот посмотреть сегодня, вот установлено, смотрите. 37 минут, 15, 8, 18, 10. 9, ну, 7. Такой видеодневник, да, про вас? Это нет. Тут беседы о Боге, о вечности. Мы события, самое последнее, события дня, мировые события, сегодняшнее занятие. Вот вы приехали, вот я сейчас открою, смотрите, покажу. Вот это вот у меня номер 61, это суббота. Каждая пачка, вот пакет, это неделя. Ну, теперь смотрите, как у нас идет. Первое. ТВ-24 из Москвы побудили прилететь к нам действия Роспотребнадзора. Название такое, Роспотребнадзора. Одна, вторая, третья, четвертая. Уже четыре ролика из-за вас только. И объяснение. Название ролика такое. ТВ по-латински. 24 из Москвы побудили прилететь и к нам действия Роспотребнадзора. Попутно задели Роспотребнадзор, найдут, и кроме того, мы не сказали ничего плохо, и показали побудительные причины, для чего люди видят, вот в чем дело. За нас очень многие молятся. Это не просто я хочу сказать, это необходимо. Электричество погасили, и сразу со всех сторон из Америки, из Канады, что случилось, почему вас нету? Мы ищем, больные в больнице лежит, и она говорит: я только жду, говорит, как врачи ушли, я скорее опять захожу. Угу. Дальше смотрите, какие... Ну, вы сериал такой сделали про свою материал жизнь. Материал это огромный. Сериал. Вот глядите. Уже мы ничего не добавляем, как есть. Вот это вот, это наш сайт. Вот сейчас я его открываю. Посмотрите. Сети Библии, православный библейский сайт. Новый Завет с толкованием. Новый Завет с толкованием. А что это такое? А это вот я издал его. Новый Завет с толкованием. Трехтомник. Посмотрите. Это вот впервые за 2000 лет вышел такой труд. Вот это, каждая книга 752 страницы. Толкование Нового Завета полностью с откровением. Ни Запада, ни Восточная Церковь этого не издавали. Вот я сейчас покажу, по каким параметрам. Посмотрите, как они изданы. Их видели, показывали в библиотеку Путина, в библиотеке Ленина, у Медведева, у Патриарха эти книги. Теперь я открываю первый том. Смотрите. Впервые... Выходит с такими закладками свет российского флага. Это лучший флаг в мире за всю мировую историю. Я докажу в течение одной минуты. Что здесь? Впервые мы сами раскрасили Гюстава Доре. Несколько человек раскрашивали больше года. Вот он. Написано, какое место писания, что оно означает. Вот. Ну, самое первое. Начинаем сразу, как сотворение человека. Вот посмотрите. Так это у нас том какой? Это третий. Третий я сейчас покажу. Третий, второй. Это первый надо было. А что же я его не видал? Так. Вот посмотрите. Вот первое. Начинается с чего? Сотворение человека. Гюстава Доре 180 лет, как вышли. Мы впервые раскрасили его. И написано, как вот Бог сотворил Адама, Еву. А теперь берешь, любой поймет, что это такое. Какая работа проделанная. Кроме того, здесь я впервые делаю комментарий на блаженного Феофилакта. Оно с толкованием. Каждый стих истолкован. Я делаю толкование, не толкование, а комментарий на сегодняшний день. Как это применить? 297 комментариев. Это целая книга. Это все в этом одном издании. Вот сказали, а там что такое? Вот теперь я открываю. Здесь опять захожу. К истинному православию. Вот она книга. И вот ткнул только, вот она открылась. Смотрите внимательно. Вот она идет.
Слово Божие, Священное Писание, молитвы, покаяние. Вот оно. Ну, понятно, вы рассказываете, как работает цель. Это понятно. Прочитайте вслух. Это понятно. У меня прочитайте. Вот. Это будет понятно, то, что это означает. Предисловие. Ну, вслух прочитайте. Ну. 150 тысяч экземпляров издал вот этот вот товарищ. 40 лет собирался этот материал на нее. Угу. Профессора Духовной Академии по крупицам собирался. Вышла эта книга. Угу. Самые основные вопросы, вот они идут. То, что вы так активно участвуете вот в жизни, в интернете. Ну, вы, получается, такой православный блогер, популярный православный блогер. Ну, это я не знаю, популярный нет. Я знаю, насколько необходимо. Теперь смотрите, да слова Божия нету. Мы про ваш сайт, про ваш вот сайт оно. Мы покажем. И понятно, что там так. Лежат книги. Это понятно. Ну, хорошо, я сейчас скажу, смотрите, просмотров 3 404 000, подписчиков 4400, и недавно, ну, полмесяца назад нас занесли в СМИ. То есть теперь мы несем ответственность не просто как я частник зашел, а как средство массовой информации. Мы на самые злободневные политические вопросы ответы даем. Где? А вот где, поглядите, я открою вам. Вот он, православный форум. Вот он, православный форум. Он как составленный. Любую тему можно найти, выйти на любую позицию. Ну, это очень-очень сильные люди составляли. Это программисты. Угу. Вот. Хорошо, давай подсим. Теперь это понятно. Здесь так подробно. Теперь вот православный видеоканал. Я на него сейчас опять захожу и показываю. Что самое важное здесь? А тут вот, трудно выделить. События. Тут есть такие 130 тысяч посетителей. На один ролик заходит. Ответы, вопросы и ответы непрерывно идут. Вот пока говорили, опять кто-то вышел. Смотрите, я сейчас ткну его, я его не видел. Прям сейчас вышел, вот один. Однерка. Что это? Погас. Видимо, убрал себя. Так не бывает, что если зашел, и его нету, это означает одумался. Вот только сейчас говорили, вот скайп, по скайпу идут. Так, что по скайпу? Вот, я про нее говорю, она вот она, Райхан Джайнакова. Так, я сейчас прочитаю. Что она пишет? Я сегодня стала настоящей православной христианкой, слава Христу. Батюшка расстарался, устроил торжество, торжественно все. Мне понравилось. Со мной покрестились еще моя младшая дочь, 16 лет, и двое внуков, 8 и 4 лет. О, какой день торжественный. А вчера она пишет, вот вчера только было. Вы не обижайтесь, вы же мой духовный отец, и мне не с кем больше посоветоваться. Одно это что-то стоит, для чего я это все делаю? Это работа идет, не просто так, а большая работа. Конкретно по душам. Вот все больше вот сейчас в скайпе нет, я не разговариваю. Чтобы искать где-то чего-то, я очень редко на это иду. У меня здесь настолько большая работа, надо поставить все это дело. Ну да, да, да. Сделать ответы, труд, большие ответы. Много очень вопросов идет. И время все уходит. Я прибегаю с работы скорее-скорее сюда. А работает по чужим ресурсам, как правило, не хожу. У меня некогда. А работает и что у вас? Вложение давать, нежели брать. Теперь смотрите, вот это вот одна книга. Это два священника пишет, она как в автобиографии. Здесь, в этой книге, собраны документы как срез истории. Угу. Посмотрите, я покажу вам. Вот я иду арестованный. Сохранились фотографии. Угу. Это цветы летят. Угу. Краевой суд. Цветы летят? Ну, видите, в Барнауле. Это кто приходили? Году. Прихожане. Да. Угу. Ну, друзья там. Вот я иду. Еще угу. Арестован. Это воины идут. Здесь как шел суд, тайно записывались. Как это все отослали во Францию. Вернулось обратно. Ну, просто надо... Фотографии одни чего стоят. Все цветные фотографии. Вот. Это вот у меня, я сижу за столом, книги. Угу. Мои книги как выглядят. А тут все. Это вот клуб. Смотрите. Это все, что от Потеряевки было, там, где церковь. Угу. Теперь церковь и школа. О, и здесь он. Человек с камерой, это вы? Да.
Вот видите, в жизни мне приходится искать. Время зря не теряешь. Как говорят, себя там искать. А вот так Бог делает. Вот происхождение вот этой фотографии на корочке. Смотрите. Я оказался на площади, был очень большой митинг. Угу. Готовились громить коммунистов. Угу. Там кафедра, как сказать, это трибуна. Меня оттуда увидели. Я не знаю, кто это, глава администрации города или кто, милиционеры, все ко мне быстро подошли, а я в толпе стою. Они меня под руки, я ничего не поймал, они меня затащили на трибуну, вам первое слово. Одно это говорит о чем, что Господь на сердца людей положил. Я сказал, вот я Евангелие держу, перед микрофоном стою. И все страсти утихли. Нормально прошло у них это общее совещание, которое было. И никаких погромов не было. Это потом они мне сказали. Власти не знали, что это такой накал, там разные были организации устроили, ну и коммунисты виноваты во всем. Пришлось сказать, они не пришли бы к власти, если мы были бы другими. Вот я держу Евангелие, показал, что ответ найти надо здесь. Ну, на завтра там разные у писателей, у других пришлось быть. Это вот все здесь собрано, документы, как бы. Это я в армии, из армии, в армию. Это когда я вернулся из армии. Это слышали, может, паст, это вот Вильгельм Паст в Томске. Угу. Вот тоже вся семья. Вот первый пришел отец Геннадий Фаст, меннонит, немец. Здесь пришел к Богу, это православие. А через него уже остальные там. Вот для чего, это идет работа. Понятно. Так, сняли? Да, снял. Давайте. Как? Не знаю, как пропустить. Вот как бы это днем было, что я бы вас провел на голубятне. У меня две голубятни. Вы бы посмотрели, голубят. Какие у меня чудесные голуби. Ну а тут Андрей, сейчас уже как? Темняется. А сколько вам еще примерно? Да не, у нас вроде нет дождя. Наверное. Ага, ну все, хорошо, мы тогда у того же дома будем. Да-да-да. Ну все, хорошо. Ага. Батюшка, закрой там свет, дай, налетят сюда. Говори, что да, быстро. Так, куда вы направляетесь сейчас? Вот в эту, поселок, я забыла, в гостевой дом. Ночуете здесь? Нет, там. В Ребрихе. В Ребрихе, что ли? В Ребрихе, да. Как не хотелось бы, чтобы так мотались. Это же утомительные. Да нет, это не так далеко. На самом-то деле. Это далеко, 50 километров. Да ладно. Мы быстро дали. Да, мы правда, с учетом даже того, что мы... Просто, ну я так думаю, что зря. Нам так удобнее. Вы бы тут отдохнули и побыли. Нам так удобнее, правда, поверьте. Все, до завтра тогда. Во сколько у вас начинается это? Во сколько вы должны здесь быть? Я думаю, что... Палатки тут нету? Палатки есть. О, там дождь идет. Пакет. Сейчас слякоть там не проехать, не ездите. Не, уже выехал за нами, уже подъезжает таксист. Дай палатки эти нам дойти. Палатки две утащили, а там вон убей у меня. Здесь-то есть что-нибудь? Где-то тут есть. А что, ну как, шиновки-то были? Они бы хорошо были. Полиэтиленовый какой-нибудь пакет накрыть на камеру, а я сам... Пакет надо, полиэтиленовый. Пакет сейчас не выставим. Подождите.
тоже пакет. Поставьте. Все, очень.